Рынок возле магазина «Гастроном» в Куйбышевском районе Самары – давний камень преткновения для местных жителей. Стихийная торговля образовалась здесь более 20 лет назад. Горожане не раз обращались в районную администрацию с просьбой убрать торговые ряды. Недовольство вызывали грязь, антисанитария, отсутствие благоустройства. Оставляли желать лучшего и качество обслуживания, и сам товар. Местные жители жалуются, рынок уже вплотную приблизился к жилым домам. И на той стороне крысы бегают бегом. Я в этом доме живу уже под 40 лет. Грязь есть. Кроме того, собственники незаконных ларьков самовольно подключаются к электросетям. Это переживают люди, чревато случайными возгораниями. В общем, пользы от киосков никакой. К тому же налоги в бюджет предприниматели за свою деятельность не платят. Попытки ликвидировать нелегальный рынок предпринимались неоднократно, но убирали только отдельные киоски. В начале года глава администрации Самары Олег Фурсов взял ситуацию под личный контроль и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать все незаконные объекты на Пугачевском тракте. К слову, беспорядок в сфере торговли уже стоил места начальнику отдела потребрынка Куйбышевского района. Сейчас в Самаре выстроена системная работа по наведению порядка в сфере торговли. С Пугачевского тракта уже вывезено 9 незаконных киосков. В ближайшее время уберут еще 75. Демонтируют торговые объекты совместно с департаментом потребрынка, районной администрацией и полицией. Освободившуюся территорию планируют благоустроить. После того, как мы вывезем отсюда все незаконное, что стоит, потом будет немножко приведено в порядок. И, соответственно, эти места для пенсионеров, которые выращивают овощи и фрукты на своих садово-дачных участках, такие места также будут предусмотрены и в будущем здесь, на этом месте. В ожидании преобразования местные жители. Им больше не придется пробираться через ларьки к остановке общественного транспорта. Шум, грязь и брошенные нерадивыми торговцами пустые коробки останутся в прошлом. Конечно, за. А почему? Ну, красота все равно всегда радует человека. Хорошо, потому что здесь будет чисто. Павел Баймаков, Анастасия Зубарева, Павел Пресняков, Артем Сулайманов. События.